Здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в Red Dead Redemption 2, продолжаем проходить. Опять тут у нас Альберт Мейсон, но уже на болотах. Поэтому сейчас пообщаемся с ним, узнаем, что хочет, каких крокодилов он фотографирует. Они подкрадываются незаметно. Мистер Морган, как вы? Хорошо, сэр. Над чем работаете? Вы что-нибудь знаете об аллигаторах? Только одно. От них надо держаться подальше. Ну, а вам известно, что за последние 50 лет мы истребили 90% от их числа? Вы так говорите, будто это что-то плохое. Они прекрасные создания. Посмотрим, что вы скажете, когда один из них начнет вас жевать. Да, рано или поздно. Кто-нибудь из них меня точно сожрет. Давайте постараемся сегодня этого избежать, хорошо? Если вы будете снимать оттуда, кадр получится отличный. Вот только потом вас съедят. Какой бесславный конец. Может, мы сядем в лодку, и я буду вас защищать? Давайте. Садитесь в лодку, все получится. Ну, если вы правда считаете. Будете снимать с этого берега, еще пожалеете, что волки вас не сцапали. Правда? Да. Те 10%, что уцелели, это самые коварные твари. Я заметил какое-то движение на севере. Ой, на западе. Ой, вон там, на северо-западе. Возможно, там и стоит посмотреть. Давайте посмотрим. Когда найдем его, поставьте меня так, чтобы я мог сделать снимок. Постараюсь. Но не подходите слишком близко, а то вы их спугнете. Близко, но не слишком, понял. Ой, смотрите, там на берегу. Вепри. Возможно, нам повезет и где-то поблизости окажется аллигатор. Вы спасаете аллигаторов, но на то, что свинину реку режет, вам плевать. Там правда... О, смотри. Аллигатор напал на него. Скорее, скорее, я должен это снять. Теперь поближе, поближе. Мы застали его во время обеда. Это войдет в историю, правда? Красота природы и ее жестокость. Если бы вы остались на том берегу, то могли бы угодить на его место. Не надо. Так, ну что, теперь на юго-запад или на запад? And all a gator's gonna do with your leather is eat it. Maybe chew on it a while. Quite. It's hardly fair. Right. Right. Вон там, в тростнике. Yeah. Подходящее место. That's a likely spot for one. Take us around the island until we see. Везите нас вокруг острова, пока мы что-нибудь не заметим, ладно? Вон там, в проливе. Видите его голову? Да вижу я его голову. Видите, он высунулся. Да я поворачивал тебя, ну... Теперь поворачивайте. Да как тут тебя развернуть-то? Я ж мимо него прям проплыл. Давай, давай, погнали. Я ж мимо него тебя провозил, ну. Давай, фотографируй. Великолепно. Зверь отдыхает. Все замерло, и лишь где-то крадется хищник. Последний раз его видели к северо-западу отсюда. Знаете, в сезон здесь охотников на аллигаторов больше, чем аллигаторов. Может, тогда сфотографируете охотника? Очень смешно. Одна компания даже организовывала экскурсию, чтобы люди могли пострелять в аллигаторов с палубы прохода. Блин, тут не проехать надо. Вокруг обплыть, наверное. Семнадцать футов, 19, 21 фут с 5-футовой головой. Что? В этих краях видали гигантских аллигаторов, точно говорю. Тут аллигаторы длиной в 20 футов, а мы, два идиота, сидим в 12-футовой лодке. Нет, это было в 70-х, 80-х годах. Всех действительно больших аллигаторов уже истребили. Какой позор. Это ужасно. Ну да, вот так. Не, он ушел. Вы не могли бы остановить лодку вон там?
Вопрос. Но если мы будем стоять слишком долго, местные нами заинтересуются. Вон там, пожалуйста, чтобы я смотрел в сторону суши. Так, смотрите, там среди пальм аллигатор. Вы не могли бы его выманить? Ну, пожалуйста, он такой прекрасный. Если я сфотографирую этого красавца, то, возможно, он не попадет к таксидермисту. Ладно. Да, сейчас поверну. Сделайте так, чтобы он вас заметил, а затем бегите прочь. Мне это совсем не нравится. Скорее, ведите его сюда. Нет. Скорее, прыгайте в лодку. Да запрыгивай, запрыгивай. Опа. Он едва меня не сожрал. Сэр, не знаю, что бы я без вас сделал. Честное слово, не знаю. Мистер Морган, мы отлично поработали. Можем сами себя поздравить. Везите нас туда, откуда мы начали. В общем, я надеюсь, вы получили то, что стоит напечатать. О, несомненно. Наш народ увидит, кем на самом деле являются эти прекрасные животные. Прирожденными убийцами? Нет. Ну да. Может, это и неплохо. Это же Америка. Наша любовь к убийцам граничит с помешательством. Любовь к убийцам — это часть нашего характера. Возможно, возможно. Но обычно мы дожидаемся того момента, когда они умрут. Надеюсь, что мы изменились. Я тоже. Ну да, пришвартуйте здесь. Просто подойдите к берегу. Думаю, достаточно. Ладно. Эти ваши снимки. Да. Они хоть хорошие получаются? Ну, я надеюсь. Хотя есть сомнения. Предмет съемки великолепен. Фон изумителен. Но вестником этой красоты выступает бездарный дурак. Хотя, может, несколько кадров все-таки выйдут удачными. У вас ужасно смешная манера говорить о себе, мистер Мейсон. Ну, по крайней мере, надо мной приятно посмеяться. Я не это имел в виду. Я знаю. Но все равно при вас я чувствую себя круглым дураком. Все в порядке. Я предвидел множество печальных исходов, но такой беспомощности от себя не ожидал. Ну, я... Желаю удачи, мистер Мэйс. Спасибо, и вам тоже, сэр. Постарайтесь не лезть на рожон. Постараюсь. Простите. Эй, я вас знаю. Мистер... Кажется, мы встречались. Неужели? На том ужасном приеме. А, Эвелин Миллер. К сожалению. Итак, мистер Артур Морган. Иногда меня зовут так. Могу я сказать что-то кое-что грубое? Валяйте. Мэр считает, что вы его ограбили. Сказать по правде, его это не слишком огорчает. Вы ему даже нравитесь. Ну вот как. А вы? Я хотел спросить, вы умеете воровать? А с каким умыслом вы просите меня очернить себя, мистер Миллер? Прошу прощения, вы знакомы? Это великий вождь, падающий дождь, и его сын, парящий орел. Джентльмены, мы видели вас на караване, когда вы пересекали реку Камберлендского водопада. И на приеме вы были наверху. В наблюдательности вам не откажешь. Да, мой народ, если его еще можно считать народом. В общем, мы отчаянно сражались, заключали соглашение о мире, и эти соглашения были нарушены. Нас изгоняли и наказывали. Наказывали и изгоняли. Не сомневаюсь. А теперь мне говорят, что мы снова должны уйти. Это полностью противоречит мирному соглашению, заключенному 3 года назад. Это приведет к войне. Нет, мой сын, не приведет. Мы не можем позволить себе новую войну. Они стали сильнее. А мы стали куда слабее, мистер Морган. Это дурное дело. Это связано с нефтью. Я в этом уверен, но нужны доказательства. Пару месяцев назад на их земле побывали изыскатели. Они передали отчеты о своих исследованиях Левиту Корнуэллу и правительству штата. В отчетах говорится об огромных запасах нефти на этой территории.
И вы хотите, чтобы я эти отчеты выкрал? Как вы понимаете сами, они этого сделать не могут. И очевидно, что от меня не будет никакого проку. Послушайте, я понимаю, что это нелепая просьба, но у нас нет другого выхода. Я не занимаюсь благотворительностью, мистер Миллер. Джентльмены, мне очень жаль, что вы оказались в затруднительном положении. Но я сам зарабатываю себе на жизнь, и у меня свои заботы. Мы щедро вам заплатим, мистер Морган. Сколько? Я же говорил, что они все наемники. Два штата назначили награду за мою голову, приятель. Власти любят меня не больше, чем вас. Я, как и вы, убегал всю свою жизнь. И мое время, как и ваше, почти на исходе. Мы понимаем, и мы заплатим. Спасибо. Мой сын будет ждать вас через пару дней возле скалы Цитадель, к западу от нефтяных полей. Хорошо. Мы очень благодарны вам за помощь. Господа, у нас назначена встреча с сенатором. Нам лучше поспешить. Это пустая трата и его, и нашего времени. Мы должны использовать все свои козыри. Идем. Здравствуйте, мистер Миллер. Советник правительства извинения. Предназначить встречу? Пойдем. Надеюсь, сенатор сможет подождать. Так. Встретитесь с парящим орлом возле фабрики Корнуэлл. Ну ладно. С парящим орлом, блин. Где там? А, через пару дней только. Ну ладно, у нас здесь есть Джосайя Трелони, с которым мы можем пообщаться. Парящий орел, блин. Да пошла ты. Ой, ой. Мужик, присмотри за лошадью. Кормить. Халить, веселить. А, вот ты где, мой дорогой мальчик. Да, вот он я. Ну, тебя нужно немного принарядить. Почему? Ну, нельзя же играть в карты на Ланаханийском пароходе в таком виде. Нельзя? Тебе нужно хорошо слиться с толпой, чтобы никто не заподозрил, что ты грабитель. Может, мы все-таки займемся делом? Конечно. Мы так оденем тебя, что никто ничего не заметит. Моему другу нужен новый костюм. Сегодня вечером мы участвуем в турнире на пароходе. Прекрасно. Вы можете увидеть все, что у нас есть в этом каталоге. Костюм тройку купить. Костюмы. Такое. Может быть, действительно его купить? А, стоимость по нулям. Давай, берем. Отличный выбор, сэр. А вариантов не было. Идем к цирюльнику. Ага. Удачи, джентльмены. Герр Штраус уже все разузнал. Все просто гениально. Что именно? Его план. На самом деле работать почти не придется. Ты просто будешь играть в карты и выигрывать. А ты будешь делать большие ставки, выигрывать и вести себя эпатажно. И все решат, что ты недавно разбогател на добыче нефти, а сюда приехал, чтобы выпить и повеселиться. Все это время Герр Штраус будет подавать тебе сигналы. Когда ты обыграешь заведение подчистую, они поведут тебя наверх. И вот тогда появится Хавьер, и вы заберете все, что вам нужно. По-твоему, они не заметят, что в хранилище вместе со мной зашел вооруженный мексиканец? Возможно, заметят, а может и нет. Ты все поймешь. Я просто сгораю от любопытства. А, не будь таким циничным. Мы оба знаем, что тебе больше всего нравятся именно такие невинные развлечения. После последних пары месяцев вооруженный грабеж уже не кажется мне таким уж невинным развлечением. Да, но мы с тобой, да и вообще все мы, скоро отсюда уедем.
we'll be done here soon. I hope so. Надеюсь. Come on. My good man, could you smarten up my dear hick friend here? Постричь волосы. This unlikely fellow has made himself a fortune in the oil fields and learned himself not a lick of manners or gentlemanly deportment. Well, very good, sir. No, it's not good. Not good at all. Not if they're going to let him play bigger. Вообще выбрить начисто, смотри. Прямо вот хорошо. Так, прическа. Стиль. Напомадить волосы можно, да? Make him look like a prince, sir. Да, так. Хорошо. Ха. Ну давай напомадим еще. Все, прилизанный, выбритый, прям вообще, смотри, красавчик. Все, я готов. Вот так, очень красиво. А то, все, пошли. Идем в доки. Я организовал для нас кое-какой транспорт. Поехали. Вези нас. Джордж, Гранд Корригану, пожалуйста. Ты смотри, из жабы превратился в принца. Это не слишком, нет, карета? Мы не можем приехать туда верхом, словно грязные мужланы. Ты ведь нефтяной магнат, у тебя денег куры не клюют. И кстати, ногами не шаркай, под нос себе не бубни. Выпейте грудь, задери нос. Ладно, ладно, это же не Гамлет. А кого мы вообще грабим? Кстати, кучеру можно доверять? О, да, не бойся. Мы с Джорджем старые приятели. Зовут его Дезмонд Блайт. Веришь ли, он заработал состояние на челках. Любит играть по-крупному и всегда держит запас денег в сейфе наверху. Ну так что? Если Штраус будет сидеть за ним, то как он узнает, какие у меня карты? А он и не узнает. Но дилер совсем недавно стал моим добрым другом. Еще один. Не волнуйся, Артур. Мы все кузнецы своего счастья. Он сделает так, чтобы у тебя были правильные карты. Что же может пойти не так? И в самом деле. И на какие деньги я буду играть? Не волнуйся, все уже улажено. Фишки будут ждать тебя. А, вот и он. Идем. Ладно. Артур, все оружие оставь здесь. Когда мы поднимемся на борт, нас обыщут. Джордж, их мы заберем позже. Удачи, сэр. Запомни, что я сказал, Артур. Каждый кузнец своего счастья. Да-да. Поверь, я слышу каждое слово. Следи за Штраусом, слушай дилера, и тогда этой ночью тебе сильно повезет. Вот они. Джентльмены, я счастлив видеть вас. Артур, ты же помнишь этих парней, с которыми мы познакомились в Нью-Йорке? Джентльмены, шампанское за счет старины Артура. Он невероятно богат, а везет ему сильнее, чем индюшки, которая пережила День Благодарения. Ну же, поднимемся на борт. Артур угощает шампанским. Ладно, пошли. Боюсь, что все посетители должны сдать оружие. Доброго вечера. Нас ждут столы. А я пойду переоденусь. Ладно. Сомневаешься? Когда я без пушки иду грабить пароход, где полно охраны, обычно меня одолевает сомнение. Практически все эти люди идиоты. Это же простое дело. Давай, развлекайся. Только много денег не проиграй, а то твоя жена меня убьет. Как скажешь.
Во время игры в покер следуйте инструкциям Штрауса. Ладно, ну там местечко для меня есть. Пошли. Сэр, у нас есть стул как раз для вас. Давай. Добрый вечер, джентльмены. Артур Каллахан, извините за опоздание, мне нужно было разобраться с одним делом в баре. Дезмонд Блайт. Добрый вечер, не волнуйтесь. Добро пожаловать за наш стол, мистер Каллахан. Так, джентльмены, начнем игру. Надеюсь, что он настоящий игрок. В последнее время за этими столами было много трусов. Самое жалкое зрелище – это человек, который боится потерять немного денег. Смотрите, фишки уже сложены в стопке, они ждут меня. Ваш ход. Как у нас идут дела? А чё Штраус не показывает ничего? Wait, not Desmond Blythe, the hosiery king. I should have brought my other wallet. Not my preferred title, but yes, you should have. Подожди, он там два раза тыкал. Okay, sorry, boys, I'm taking it all. We'll see about that. To hell with it. Типа нет. Давай, ладно, я пас. Maybe you should have another drink, Mr. Callahan. Here we go then. Hello, my ladies. Damn it. Mr. Blythe wins with three queens. Побеждает мистер Блайт с тремя дамами. До свидания, джентльмены. Похоже, остались только мы с вами. Похоже на то. Пришла пора узнать, не слишком ли высокое о себе мнение. Логично, мистер Блайт. So what business are you in, Mr. Callahan? I'm an oil man, for my sins. Funny, I haven't heard of you. Oh, you will. You know, I thought about getting in a hosiery, but I just look better in a suit. I would stick to oil, Mr. Callahan. I don't think you have a future on the stage. You sound just like my wife. Штраус даёт знак, оставайтесь в игре. This is gonna be a long game. Let's up the stakes a little. Call. Так. Sorry to do this to you, but I have no choice. Ва-банк, говорит. Ответить на ставку. Interesting. Любопытно. Пара девиц. Выигрыш $428 пойдет. Похоже, удача от меня не отвернулась. Это все? Все? Вы проигрались? Или у вас еще что-то есть? В смысле? Ну, я слышал, что на проходе есть крупные игроки. Наверняка это не вы. Не обижайтесь. Вернитесь на место, деревенский выскочка. Зачем? У меня есть часы. Ну надо же. Дорогие. Искуснейшие работы. Швейцарские. Они наверху. В сейфе. Они стоят больше, чем вы целиком. Ладно. Я вам верю. А теперь играем. Как скажете. I was fortunate enough to tour a little operation heads up in New Hanover. Let's not waste any more time. Не будем терять время. Ва-банк. Don't worry, sir. Everyone is the author of his own good fortune. Не волнуйтесь, сэр. Каждый кузнец своего счастья. Дает идти в ва-банк. Погнали. Кто не рискует, тот не выигрывает. Hurricanes.
Very good, but not good enough. Shit. Uh-oh. Yes. Да, красотка. Не повезло, мистер Блайнд. Выиграл мистер Каллахан с тузовым бубновым флешем. Да будьте вы прокляты. Не обижайтесь. Я обижаюсь. Вы отлично играли, сэр. Дезмонд, тебе не повезло. Так, не сочтите за дерзость, но... Где лежат эти часы? Они наверху. Хотите взглянуть на них? Почему бы и нет? Джентльмены, пожалуйста, меняйте это на деньги. Follow me, gentlemen. Come with me, sir. Да, блин, все толкает. Сегодня вы в ударе. Yeah, so far. Да, пока что. I cannot believe. Даже не верится, что кто-то взял на службу этого мексикашку. Мы живем в странные времена. Лично я не доверял бы мексиканцу с пушкой, но не бойтесь. Мой страж закона у меня тут, под рукой. Очень хорошо. Чего доброго, мы теперь и негров начнем нанимать? Да, я понимаю. Думаю, вам понравятся эти часы, сэр. Я уже видел их. В самом деле, красивая штука. Иностранные, правда. Ну да что тут уж поделаешь. В самом деле. Ну, вот мы и пришли. Одну секунду, сэр. Конечно, можете не торопиться. Не трогай пушку. Возьми его пушку, Артур. Похоже, вы были правы. Только идиот дал бы пушку мексикашке. Черт, надеюсь, никто этого не услышал. Быстрее забери все из сейфа и валим отсюда. На виду тут все замечательно. А тут сколько? Может, несколько тысяч и в придачу часы. Неплохо, надо убираться отсюда, пошли. Возвращаемся к остальным. Конечно. На то, чтобы выбраться отсюда, у нас лишь несколько минут. Если повезет. Это был выстрел? Похоже на то. Пошли. Так как нам выбраться отсюда? Даже я не знаю. Вот что бывает, когда поручаешь планирование отстрела. Один. Возможно, нам даже не придется надеть платье и плясать кан-кан. Красивая форма, кстати. Спасибо. В наше время кого ни попадя берут на работу. В общем, нам нельзя выдавать себя. Может, когда поднимется переполох, мы все-таки сможем слиться с толпой. А переполох поднимется. К бару, сеньор! Надеюсь, вам понравилось, сэр. Я здорово повеселился. Вы, парни, умеете устраивать шоу. Это чудесно. О, смотрите, вот и ваш друг. Нет, сэр, мой друг не грязный шулер. Я прошу вас взять свои слова назад. Вот он, друг, нужно уметь проигрывать. Что-то мне в вас двоих не нравится. Мне вас многое не нравится. Но я человек воспитанный, поэтому держу рот на замке. Вот он, застрелите его. Началось, деревню-то. Давай, Артур, надо уходить отсюда. И чё, куда? We need
уходите отсюда. Знаю, это не мой план. Я даже свою гондолу с собой не взял, вот дурак-то. А как же аллигаторы? Вот же, блин. Ну, скучно тут не было. Да, можно и так сказать. Ну что, сколько мы взяли? По несколько сотен на каждого. Неплохо. Да, и правда. И эти часы. Похоже, стоят кучу денег. Швейцарские. Неплохие часы. Ну тогда давайте их обратно. Ладно, пошли. Пора убираться отсюда. Я опять в розыске? Или нет? Шесть тысяч. Доля банды 3000, ваша доля 825. Ну, так-то не слабенько мы. 6000. Правда, мне что-то какие-то копейки. Хотелось бы побольше. Этот говорит ограбление на пароходе. Ну-ка, давай. Доброе утро. Газетку продашь, нет? Не хочет газету продавать. Ограбление на пароходе, а вот хотелось бы, конечно, в газетах про это прочитать, но да ладно. Так, и что у нас теперь здесь есть? Парящий орел. С индейцами, с этими надо будет, да, у нас пообщаться. И еще что-то есть. Джим Бой Кэллоуэй. О, кстати, это же этот, который книгу просил написать, да? Смотри. Круто. Надо будет туда съездить. Может быть, еще в Лаграс куда-нибудь нагрянуть. Куда-нибудь. Я не знаю. У нас же там легендарный крокодил. Только когда его мочить, я... Я, честно говоря, не знаю. Он там Гевина опять этот ищет. Что там было? Мы женщины... Мы тоже достойны голосовать. Доброе утро. You're walking away from history, you fools! Women and men both deserve to decide the future. This is meant to be the land of liberty, but somehow I am not free to vote. Who says that? Look me in the eye. And tell me, I am not the equal of any man you ever met. Hello, ma'am. Здравствуйте, мэм. You, my friend. А вы, друг мой, что вы думаете о равном избирательном праве? Чтобы женщины голосовали? Ну, почему бы и нет? Thank you, sir. Спасибо, сэр. Сразу видно просвещенного человека. Если кто-то настолько туп, чтобы идти на выборы, то почему бы и нет? Надо же, очередной циник. Надеюсь, вы еще вырастете и поумнеете, молодой человек. Цинизм вас не красит. Меня вообще ничего не красит. Это моя особенность. Немного раздражают такие барышни. Честно говоря, не знаю, она будет пошукать. Там брошюры свои предлагают. Так, копы под колеса кидаются. Собьешь такого дятла, да, а потом тебя обвинят в том, что ты вот нарушаешь закон. Как так? Ну, кстати, честь не особо-то сильно и упала. Я пытался честь поднимать тем, что...
закидывал деньги в общак. И не за каждую сумму дают повышение чести. Где-то по 20-шки потом начал кидать, по 20 долларов. И, в принципе, 20 долларов кидаешь в общак, и честь повышается. Я попробовал по 20-шки кидать, два раза по сотке кинул. И вроде бы просто все равно на один разок как бы появляется значок, что честь повысилась. И все. Так, кстати, болото. Ну, я не знаю здесь, куда бежать. Тут кругом крокодилы. Кругом аллигаторы, но... покататься надо. Да пошел ты. Рычат там всякие. Смотри, их сколько здесь. А легендарного этого... я, честно говоря... не знаю, где его искать. Куда не туда, на островок сплавать. Только скидывать мне не надо. Ты посмотри, просто невероятное количество аллигаторов. Может, прям в центр болот? Ты смотри, сколько здесь. Еще и олени всякие плавают. Ну, все, все. Смотри, просто невероятно. Ну это же капец просто. Смотри. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Тут цапли всякие. Вот еще один. И здесь смотри, сколько их. Вот, вот, вот. Тут, я не знаю, штук 30, наверное, только вокруг, да? А легендарного что-то не видно. Что за цветочек? Орхидея голубая леди. А ну-ка. Я такую уже находил, раз название известно. Но пригодится. А это сколько звездочек был крокодильчик? Две звезды. Мне интересно. Ну я этими зигзагами, по-моему, все болото уже бежал. Крокодила здесь нету. Ну или надо будет как-то в других местах пошукать. Этого оленя выпить, и сколько времени искал, да? Ну ладно, с этим разберемся, мне кажется, уже в следующей серии. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр и увидимся. С вами был Серега. Всем счастливо. Всем пока-пока.